Ну да, чистота эксперимента длина как 2,6, да? Там было 10 гидс. Нет, шеф, я вам 5. Не буду бить 6, это будет 12. Это очень много. Да что, это ж ноль. Нормально. Но стопа – это проекция всех нервных окончаний. Это очень много, Виталий. А может быть, я мазохист? Люблю, чтоб меня били. Ну, может быть, здесь неуместная. Может, вы просто невротик? Ты знаешь, какой кайф, какой невротик? Я знаю, какой кайф. Я знаю, какой кайф у ВТ. Это сила. Ставьте 3 или 4 тысячи ударов фокуса. Тут 2000 ударов вполне хватит. Хватит? Конечно, мы же 2 давали на эту ногу, давайте 2 на эту. Ну, давайте для сравнения. Ого! Посмотрим, как радиалка будет переноситься. Нет, острее, минимально. Тем более, у меня эта нога не была травмирована. Все-таки с лазером лучше, если сравнивать, то у меня правая нога получается разрыв. На эту ногу мы сделали и лазер, да, в режиме биостимуляции. Нет, острее, Лидия Ивановна. Вот у меня левая ни разу не была травмирована. Правая травмированная, болит уже сколько лет. Тихонечко, выдыхайте. Как вы говорите? Терпите, выдыхайте. Невротик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Выдыхайте. Хорошо. Боль становится меньше? Да, она становится. Притупляется, да? Она притупляется, не такая противная. Боль. Ой! Тихо. Вот, остановитесь, да. Чуть-чуть назад. Вот! Уйдё! Блин, она чтобы мне не была травмирована. Это я точно помню. Мой мозг не вспоминает ни одной травмы на неё, Лидия Ивановна. Это карма. Казакевич орёт от боли. Это... Я не ору, я стану. Вот она. 8, 7. 7. Фу, 6. Сейчас будет меньше, да? Фу, 6. 5. Надо до 3 дойти. 4. Фу, 3, 2, все. Замечательно. Стоны помогают переносить. Потому что... Истязания. Нет, я все-таки не мазохист. Вы не мазохист, прекрасно. Тихо. Там уже есть там шпора, да? Расскажите свои впечатления. Чего вы так орали? Сейчас тебе настучу, поймешь. Я наоборот люблю это дело. Так я тоже люблю, только так спать захотелось. Расслабил, да? Ага. Доктор обрадовался, что процедура закончилась. Что самое приятное в этой процедуре? Вот. Вы же сами сказали, в ногах проекция всех нервов. Наверное, нервы, которые отвечают и за вегетатику, за расслабление, активизировались. Только судорога. Словил судорогу. Лидия Ивановна, вот тут посередине, нет, в стопе. Чуть выше. Жмите на точку и сюда, медиальный. Еще чуть медиальный. Вот, только что был палец. Еще медиальный и чуть ниже. О, да. Фу. Нужно было расслабиться и не говорить. Держите. Сейчас опять зашла опять. Вот вам и разница. Видите, лазера не было. Опять зашло. Да что ж такое, а? Переборщили. Кто-то говорил перед этим, что много будет, шеф. Это все ради научного эксперимента. Я же это...
завещаю свое тело для науки. Ну что, пойдемте лечить людей, хватит притворяться. Я чуть полежу, спасибо. Хорошо, я пошла мыть руки, полежи. Шеф спит. Сейчас, Саня, снимай самое важное видео. Как на работе человек может... Как расслабляет аппаратура. Лучше любой таблетки. И без риска печени, понял? Без побочных эффектов. Все, спокойной ночи, малыши.